Делать добрые и полезные дела, уважать старших и заботиться о младших. Эти простые истины ребята знают с первого класса. Во многом это заслуга Марины Викторовны. Она вместе со своими учениками уже не раз участвовала в различных благотворительных и патриотических акциях в школе. Для нас было очень интересно выступать, собираться коллективно в классах и вспоминать все прошлые наши уроки, которые мы с ними изучали. И у нас очень много было различных мероприятий, посвященных таким, как День пожилого человека, День учителя. В образовательном центре «Флагман» состоялось открытие первичного отделения движения первых и посвящение учеников начальной школы в «Орлята России». 160 ребят получили свои первые удостоверения, и теперь перед ними откроются новые возможности общественной деятельности. Прошло прекрасное мероприятие, в котором приняли участие сами ребята, а также преподаватели школы, гости, родители в том числе, конечно. Ребята довольны, в общем-то, мы гордимся ими, мы уверены, что наши дети, они станут гордостью не только нашей школы, но и округа, региона и, конечно, нашей страны. Кроме того, «Орлята России» станут первой ступенью движения первых, участников которого ждут не менее яркие и грандиозные проекты. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».